Что будем делать с твоей карьерой? Ну, не знаю. Играть стал мало. Ну, что мало-то? Ну, мало. Ну, мало. Меньше, чем в басе. Не доверяют мне. Просто Газданов был, который всегда забивал. Ну, он ушел, все. Ну, будем смотреть, что по новому сезону. Я в родине остаюсь и хочу доказывать. Точно. Да. Но сейчас будет проф. Путь сбор. В РПЛ. Нет. А, все. Сборы с родиной, скорее всего. У тебя? Ну, скорее всего. Ты поедешь? Ну, сейчас будет просмотр. В родину 2? Нет, в родину основную. Основную? В чем родину 2? Ты че меня оценишь? Ты, блядь, эй, блядь, камерщик, нахуй. У тебя будет просмотр... Я не знаю, мне Саня сказал, что надо готовиться, да, будет просмотр в основную родину, поэтому сейчас на полном вообще свежести, фреша, готовимся. Ну, то есть все, первый шаг в путь РПЛ. Ну, конечно, путь РПЛ. Вы че не смотрите сериал «Путь к РПЛ», он скоро будет. Просто там, знаешь, только на платных подписках, на Netflix там. Netflix. Да. Ну так ждите, чуваки, я тренируюсь, как бы готовлюсь индивидуально, тренируюсь, бегаю постоянно. Сейчас сбор, еще в Дубае кубок будет. Хочется Крапчика наказать. Надеюсь, он будет против Динамо. Ну такая движуха. Че меня как этого пидорка красят? Норм? Ты самый лучший. Да, спасибо.